пришли. Да, швартуемся. Конца не хватает. Давай, давай. Получился очень длинным, метров 50. У нас выгрузка получается под 4-5 крышкой будет, мешки начнут. Матрос с поваром. Окей. Подавать вот туда, тоже длиннющий. Вы в эфире. Подаем продольный. Лебедочка, он особо там не напрягается. С лебедочкой все вытянет. И будем начинать нашу выгрузку. Все, идем знакомиться с норвежскими работягами. Они уже все в готовности к боевой. Сейчас начнем. Для начала нам надо спуститься в трюм. Скорее всего, будем делать это незаконно. На ковш вставать и туда не спускаться. Окей, we can start as soon as possible, yeah? Oh, how are the bags? You won't go inside? Made EP. Nice, very nice. My friend, but you will stay here on both, yeah? Or somebody go inside? We've been in. Okay, okay. Noel. Это Марио. А, Марио. Марио, Noel. Все друг на друга похожи. Перед неделю вообще не отвечал. Сейчас. Сейчас. Так. А что у нас? Только раз.
course. I think we will use a, we will put tail just here. Just on grab and go inside. Yep. But I think you can go because night time you will work and discharge the aft part. Yeah, yeah. Okay. We will together with second mate. Okay. Shibasa. There is the trust. Okay, okay. What? What? Ah? What is this? It's water, I think. Finish. Wait, I mean, check. It's water. Ah, okay. Okay, давай. No. Attraction. Okay, you can go down. Oh, нормально, что ли? 3 метра вниз. Ну, может, чуть побольше, 4. Да-да-да. Это не амис называется. Да, вот так вот ни в коем случае нельзя делать. Главное, чтобы... Напоминайте, блин! Главное, чтобы Магна не видел. Чтобы Норвегия сейчас нас не случили. Опачки! Да. Что, давай цепляем. Отсюда начнем. Да, да, да. Скажи ему, давай оттуда, наверное, начнем. С тех. Стартуем с того сайт. Ладно. Показывай ребятишкам, как надо цеплять, а потом вообще я тебе помогу. Вот эта цепочка туда. Бля, там, наверное. Давай, может, эти сначала, потом вот эти. Видишь, у него короткие эти в этот раз цепи. Стоп, стоп. Ручки короткие. Это очень херово. Короче, это не цепануть. Сейчас. Видишь, 30 секунд вложился. Ну что, с экскаватором, блин, 1 000 000 лет. Да, еще снег пошел. Но я думаю, снег здесь, ладно, не страшно. А второй ключ? Ну там не сильно, ладно, подальше. Главное, чтобы снегопада не было. Короче, так вот начали выгрузку. Порту Калсак.